Первая точка в промышленном маршруте главы области – Ульяновский завод тяжелых станков. Предприятие славится опытными кадрами и разнообразным станочным оборудованием с мощным крановым хозяйством. Это позволяет успешно выполнять работы по изготовлению, ремонту и модернизации практически любого тяжелого и крупногабаритного оборудования. За последний год количество заказов значительно выросло. Они поступают в том числе и из соседних городов и регионов. Над исполнением задачи трудится более 100 сотрудников. У нас по России, особенно близлежащие, заказчики привозят нам детали по кооперации, мы производим мехобработку для них. То есть это Казань очень часто обращается к нам, ну, из таких больших предприятий, Казаньмаш, рамы производства, мехобработка. Еще один завод, который может похвастаться положительной динамикой – «Майор». Основной вид деятельности предприятия – производство автомобильных сидений. Большинство из них изготавливаются для Ульяновского автомобильного завода. Ежегодно ассортимент растет. Собственная конструкторская база позволяет модернизировать старые модели и создавать новые. Объем производства у нас осуществляется на нашем языке в посадочных местах. И мы, ну, если говорить, комплектуем старый грузовой и старый легковой ряд в объеме 1500-2000 машин в месяц, в зависимости от объема производства, от объема выпуска УАЗа. Одну из последних моделей сидений презентовали главе региона. Алексей Русских со своей стороны заверил, правительство области поддержит заводы. Для этого в регионе действует ряд мер поддержки, среди которых ежегодное повышение оплаты труда, льготное кредитование и подготовка кадров. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда ТВ.